Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – литература времен оттепели. Это время, когда были реабилитированы многие политические заключенные, деятели науки и культуры. Работают многие русские писатели, ранее запрещенные или мало публикуемые. Время, когда можно было говорить и печатать правдивые истории о происходящем вокруг. О некоторых авторах периода 60-х мы будем беседовать в рамках данной лекции. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Особенности литературы периода оттепели. Тематика произведений периода оттепели. Творчество Солженицына. Новое назначение Бека. Конец периода оттепели. Хрущевская оттепель. Оттепель – это короткое время в конце зимы, когда после холодных дней солнце начинает светить сильнее, снег тает и чувствуется приближение весны. Но до настоящих теплых дней еще далеко, впереди могут быть заморозки. Оттепель – так назывался роман Эренбурга, который вышел после смерти Сталина. Его название дало неофициальное наименование историческому периоду некоторой либерализации в стране. Это было недолгое время, с середины 50-х до середины 90-х годов. Тогда появилась надежда на то, что больше не будет тотального контроля власти над духовной жизнью и образом мысли людей. Были реабилитированы многие политические заключенные, деятели науки и культуры. Ослабла идеологическая цензура. Официально в докладе первого секретаря ЦК КПСС Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Хрущева на 20-м съезде партии был осужден культ личности Сталина. Эти изменения оказывали большое влияние на духовную жизнь общества. Люди постепенно освобождались от всеобщего страха и подозрительности. Стали открыто спорить, обсуждать в семьях, на кухнях коммунальных квартир, в студенческих аудиториях то, что происходило в стране. Поколение советской интеллигенции, сформировавшиеся после 20-го съезда КПСС, стали называть шестидесятниками. Тоталитарное прошлое рассматривалось как искажение прекрасных идей социализма. Начали издеваться запрещенные, ранее неизвестные произведения. Есенина, Ахматовой, Цветаевой, Зощенко, Булгакова. Стал постепенно подниматься железный занавес. Так назывался информационный, политический и пограничный барьер, который разделял Советский Союз и другие. И советские люди смогли познакомиться с западной культурой, которая раньше находилась под запретом. Солженицын. Совесть России, совесть народа. Событиями в литературе стали рассказ «Один день Ивана Денисовича Солженицына», поэма «За далью даль» Твардовского, роман Аксенова «Звездный билет» и некоторые другие. Александра Исаевича Солженицына называют «совестью России», «совестью народа». Он начинал свою жизнь так же, как многие советские люди. Родился в 1918 году, изучал математику и физику, окончил университет города Ростова. Потом 3 года воевал, но в начале 1945 года был арестован за то, что в письмах к другу критически отзывался о Сталине. Солженицын знал, что все письма читались цензорами, но не мог смириться с цензурой. За это его приговорили к 8 годам лагерей и вечной ссылке. После смерти Сталина он был реабилитирован, преподавал физику и математику в Рязани и одновременно писал книги. Его рассказ «Один день Ивана Денисовича»
основанный на личном опыте автора, был опубликован в 1962 году в журнале «Новый мир». Рассказ читали и перечитывали. Люди были потрясены содержанием рассказа. В нем говорилось о простом человеке, который находился в лагере под номером Щ-854. Страдал, как и его товарищи, от голода, холода, постоянных унижений, но старался выжить. Его хотели превратить в биологического робота без имени и фамилии, но заключенный старался остаться человеком. Он в этих страданиях и унижениях не потерял человеческую душу. Читателей потрясала и политическая смелость автора. Во-первых, так о заключенных никто не писал. Во-вторых, хоть это было время оттепели, когда тоталитарный режим немного ослаб, но репрессии продолжались. Позднее произведения писателя, художественные и публицистические, перестали печатать в России. Их переписывали и передавали из рук в руки. В 1970 году Солженицыну присуждают Нобелевскую премию по литературе, а в 1974 году власти выдворяют его из России в надежде, что читатели скоро забудут это имя. Но изданные за границей произведения писателя о Первой мировой войне, август 14-го, о сталинских лагерях, архипелаг ГУЛАГ и другие тайны привозились в Россию и распространялись. Особенно сильное впечатление произвела книга «Архипелаг ГУЛАГ», в которой были собраны рассказы тех, кто прошел через советские тюрьмы и лагеря. Почему Солженицын писал о страданиях, оставшихся в прошлом? На этот вопрос он ответил в своей Нобелевской лекции. С его точки зрения, холодную душу современного человека искусство делает теплее, возвышеннее. Чтобы не остаться бездушными, черствыми эгоистами, мы должны помнить о тех, кто погиб, и общественный долг писателя в духе классической литературы напоминать людям о них. Размышляя над словами Достоевского «Красота спасет мир», Солженицын писал, что настоящее искусство, в котором тесно связаны истина, добро и красота, может уберечь человечество от нравственной катастрофы. Новое назначение Бека. Замечено, что обычно в России в особо острые исторические периоды возрастает внимание к лирике, которая является выразителем времени. Так было в Серебряном веке, в годы Великой Отечественной войны. И в 1960-е годы в стране возник поэтический бум. В Москве на вечерах поэзии в Большом зале Политехнического музея, в концертном зале имени Чайковского, на арене стадиона Лужники не оставалось свободных мест. Там регулярно выступали поэты Ахмадулина, Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Акуджава. В Ленинграде, а также в Москве, у памятников Маяковскому, Пушкину, каждый желающий мог читать свои и чужие стихи. Стал популярным жанр авторской песни. Пели под гитару Акуджава, Галич, Высоцкий. Новое назначение Бека воспринимается на первый взгляд как предельно безыскусное повествование о делах и людях, кровно близких автору. Роман-отчет, роман-исследование. И лишь вживаясь в этот небогатый красками художественный мир, начинаешь понимать, что его сила именно в простоте и сдержанности. Такой стиль необходим автору для рассказа об аскетически суровом времени и его герое. Используя как художественный прием стилевые черты документалистики и исторического исследования, Бек добивается необычайной емкости и достоверности созданных характеров и коллизий. Облик центрального героя отмечен чертами строгой и несколько величавой простоты.
Александр Леонтьевич Анисимов, председатель Государственного комитета по делам металлургии и топлива, комитет вымышленный, образ героя собирательный, как бы и воплощает в себе идеал государственного человека своей эпохи. Девизом его жизни была безупречность, в том числе и внешняя. Свое дело он знает до малейших тонкостей. Организованность и пунктуальность его невероятны. В сложных жизненных ситуациях он сохраняет достойную изумления работоспособность. Даже после истинного крушения в 1956 году Анисимов оказался смещенным с поста и оторванным от главного дела жизни. Но с тем же рвением и упорством, с которым изучал обычно все, касавшееся милой сердцу металлургии, теперь он изучает отнюдь не милую Тишландию, так окрестили Александр Леонтьевич страну, куда он назначен послом. И речь идет ведь не о сухаре, которому легко ломать свою черствую душу. Под скорлупой непроницаемой суровости чуткий, глубоко ранимый эмоциональный мир человека. Александр Леонтьевич – нежнейший брат, отец, друг, в характере которого, казалось бы, однолинейным, целиком подчиненным лишь одной страсти – работе, таилось и несколько нежданное качество – глубокие родственные чувства. Никто не догадывался, как остро он горевал по несчастному, погибшему в заключении брату. Эта душевная ссадина и поныне не зажила. Зная за собой эту привязчивость, Александр Леонтьевич все же не ожидал, что рождение ребенка, столь позднее, вызовет у него сильные переживания. Приезжая со службы обедать, Александр Леонтьевич брал в руки, прижимал к себе теплое маленькое тельце, приникал к нему губами. А если не заставал малыша дома, шел в его комнату и там, притворив дверь, подносил к лицу его подушечку, дышал милыми запахами. Мало кто из подчиненных Анисимова знал о такой его обостренной чуткостью, но прекрасно знали об этом друзья, особенно те, кто нуждался в помощи. Вообще, дружеские отношения он мерит высшей мерой бескорыстия. Тут немыслимы никакие конъюнктурные соображения. Герой Бека. Суровый и чуткий, преданный делу и близким людям, герой Бека служит своему долгу с великой самоотверженностью. Его скромность, требовательность к себе и подчиненным на грани аскетизма. На работе и в быту. Больной эндорреитом, забинтованными, не имеющими ногами, он, член правительства, часами простаивал на рабочей площадке дюмны, когда там не ладились дела. А когда их удавалось наладить, иной раз путем нечеловеческих усилий, в том числе и его личных, неумолимо вычеркивал фамилии, свою и своих сотрудников из списка представленных на соискание государственной премии. Как видим, перед нами рыцарь без страха и упрека, человек истинно высокого духа. Как же в таком случае примирить читателя с новым назначением? Как поверить в справедливость этой, на первый взгляд, жестокой меры? Неужто лишь очередная гримаса времени? Давайте пристальнее всмотримся в типичнейшего героя эпохи. Не в этой ли полной, стопроцентной типичности источник не только его силы, но, увы, и слабости. Анисимов весь проникнут атмосферой времени, в которой дух аскетического подвижничества сочетался с глубоким догматизмом мышления. Бек не анализирует, разумеется, исторические предпосылки развития страны, сделавшие возможным весь тот комплекс общественных явлений, который позже был обозначен как атмосфера культа личности. Такая задача не может быть решена в рамках художественного произведения.
Но он с огромной силой показывает, как неодолимо давила эта атмосфера на умы даже лучших людей. Из воздуха времени впитал Анисимов вместе с преданностью идеалам революции тенденцию отождествлять эти идеалы с именем одного человека. Свято веруя в то, что лишь авторитарно-командный стиль руководства может обеспечить торжество коммунистических идей, он сознательно и неуклонно культивирует в себе черты служаки с большой буквы, предельно честного и предельно последовательного. Он непререкаемо выполняет волю Сталина даже там, где внутренне с ней не согласен. Тратит, например, немало сил, создавая благоприятные условия для научно необоснованного эксперимента инженера Лесных, хотя с самого начала понимает его бесперспективность. Или чего стоит такая деталь? В 1953 году, после смерти Сталина, Анисимов с незаурядной смелостью защищает свое достоинство от беспочвенных нападок Берии, чья страшная власть все еще представляла немалую угрозу. Но вот в речи, полной внутренней силы и убежденности, звучит крайне примечательная фраза: «Никогда в позу критически мыслящей личности я не становился». Это клевета. Можно ли найти более яркий штрих для характеристики эпохи, когда выражение «критически мыслящая личность» даже в устах лучших людей звучало не просто как ругательство, а как идеологический ярлык, оправдывающий возможные далеко идущие последствия? Привычка жестко подчинять свое «я» верховной воле, отказ от творчески самобытного мышления заставляют Анисимова действовать подобным образом и по отношению к тем, кто подчинен ему. В молодости Анисимов еще умел слушать и принимать возражения, но затем перестал выносить людей, которые с ним не соглашались. «Делай мое плохое, а не свое хорошее», – нередко повторял Александр Леонтьевич. Именно этим объясняется острейший конфликт с Петрой Головней, который на свой страх и риск ведет экспериментальные скоростные плавки, осваивает, как это позже выяснилось, метод будущего. В этом конфликте Анисимову даже изменяет обычное самообладание. Все взорвавшемся директоре завода его нестерпимо раздражает. И извительные реплики, и независимая манера держаться, и, конечно, неслыханное своеволие. В озлобленности Александра Леонтьевича проглядывает нечто большее, чем деловое несогласие руководителя. Нечто, безусловно, личное, хоть и очень глубоко скрытое даже от самого себя. Творческая раскрепощенность директора Кураковки неосознанно воспринимается Анисимовым как упрек и вызов ему, безропотно отдавшему свое «я» под пресс абсолютного диктата. Служение идеалу и поклонение идолу. Это неразрешимое противоречие между требованием внутренней самобытности и самоценности, требованием духа, и добровольным обязательством полного подчинения чужой воле, по сути, глубоко бездуховной, тем сильнее раздваивает внутренний мир героя, чем решительнее он изгоняет его из своего сознания. Именно отсюда та ошибка взаимоисключающих нервных импульсов, в которой врачи видят первопричину смертельной болезни. Наиболее тяжелую форму внутреннее противоборство принимает, когда дело касается боготворимого вождя. Преклонение перед Сталиным столь велико, что Александр Леонтьевич даже по телефону говорит с ним стоя. Мы знаем, насколько остро он пережил гибель репрессированного брата, но массовый психоз, сотворение кумира, настолько завладел героем, что о той связи, которая существует между деятельностью Сталина и судьбой несчастного брата,
Он попросту запрещает себе думать. Как бесценную реликвию увозит Анисимов с собой в Тишландию свято хранимый листок, которого коснулось твердое перо Сталина. Листок, где рядом со словами доверия к Александру Леонтьевичу запечатлен фактически смертный приговор любимому брату. «Эй, черт побери, как дорожит Анисимов этой бумагой!» – размышляет академик Челышев. «Не решился с ней расстаться, захватил с собой сюда. Похоже, он и поныне живет прошлым, и, быть может, настолько сросся нервами, сосудами, костями с прежним временем, за которым, наверное, так и останется название сталинского, что уже не в силах примениться к новому». Суждение очень точное. Неизлечимая трещина пролегла через душу героя, который воплотил в себе трагедию духа, истинно высокого и в то же время ограниченного исторически, не сумевшего проломить жестокую скорлупу своего времени. Служение идеалу и поклонение идолу. Сила мышления государственного человека и бегство мыслей от самых больных вопросов современности. Безграничная преданность делу и неумение видеть и ценить движущие его духовные силы. Вот что такое герой Бека. Безусловно, символично заключительная сцена романа. Академик Челышев говорит Петру Головне, что Анисимов умирает от неизлечимой болезни. Но Головня переводит разговор на другое. Челышев еще раз возвращается к этой теме, нерешительно предлагает Головне все же зайти к больному. Но тот упрямо молчит. Это молчание так же красноречиво, как и знаменитое пушкинское «Народ безмолвствует». Что ж, Головня вправе не прощать Анисимова даже на смертном одре. Вправе от лица тех молодых творческих сил, которые беспощадно давила мощь сталинского времени, чьим верным орудием был Анисимов. Период застоя. Постепенно оттепель отступала. Партийное руководство вернулось к цензуре. Деятели культуры, создававшие свои произведения не в рамках социалистического реализма, осуждались за формализм, абстракционизм. 1 декабря 1962 года Хрущев после посещения выставки художников-авангардистов в Манеже резко раскритиковал ее. Началась травля Пастернака из-за публикации в зарубежной печати романа «Доктор Живаго», за которое ему была присуждена Нобелевская премия. Он был исключен из Союза писателей за то, что передал роман за границу и, как сказано в решении Союза писателей, совершил тем самым предательство по отношению к советской литературе, советской стране и всем советским людям. Был арестован за тунеядство и сослан в Архангельскую область поэт Бродский. Начался период застоя, который продолжался до реформ, проводимых Горбачевым. Хотя в это время страна добилась ядерного паритета США, в политической жизни не было серьезных потрясений. Была социальная стабильность, но в эти годы усилился контроль над интеллигенцией. Высланы из страны или вынуждены были ее покинуть известные деятели культуры, писатели Солженицын, Бродский, Аксенов, скульпторы неизвестные, Шемякин, кинорежиссер Тарковский, музыканты Ростропович и Вишневская. Появилась бесцензурная печать, сам издат. Переписанные или отпечатанные на машинке рукописи и там издат. Запрещенные в СССР книги, изданные за рубежом. За хранение и распространение таких произведений можно было попасть в тюрьму. В квартирах, в подвалах, где чаще всего работали изгнанные или непринятые в творческие союзы деятели культуры, устраивались выставки неформальных художников,
исполнялись произведения непризнанных композиторов. Все это говорит о том, что культура не была полностью подчинена политической системе. И чем сильнее было давление государства, тем активнее было сопротивление духовных начал в человеке творческом. Либеральные настроения, ощущение некоторой свободы советских людей в годы оттепели не пропали в годы застоя и стали стартовой площадкой для перестройки. Итак, мы изучили тему «Литература времен оттепели». «Оттепель» – так назывался роман Эренбурга, который вышел после смерти Сталина. Его название дало неофициальное наименование историческому периоду некоторой либерализации в стране. Период конца 50-х-60-х годов был периодом, который дал дыхание литературе России, вернул в нее многих ранее запрещенных авторов и подарил искусству авторов, мастеров, которые по духу своему объединяются под термином «шестидесятники».